1 января 2016 года размер материнского капитала увеличится на 22 тысячи рублей и составит 475 тысяч. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на вице-премьера России Ольгу Голодец. Мы поинтересовались у горожан, действительно ли материнский капитал способствует увеличению населения страны. Наверное, только на какую-то часть. Мне кажется, здесь больше играет другую. То, что подросло определенное поколение девочек, которые просто хотят иметь детей. Говоря, не в курсе, меня эта проблема мало волнует, поэтому не отслеживаю, не интересуюсь. В зависимости от того, какие это люди, некоторые определенные категории женщин, возможно, да, но основная часть, конечно, не из-за денег. А лучше бы повысили заработную плату родителей и обеспечили жильем, чем вот выделять такой материнский капитал. Потому что некоторые используют его просто не по назначению. Правильно, что ежегодно его индексируют. Чем больше, тем лучше, в районе 2-5 миллионов. На мой взгляд, это достойно наших граждан и будущих детей. Я думаю, что у нас наоборот нехватка населения. У нас огромные просторы, Сибирь, Дальний Восток, не заселены практически. Деньги вкладываются, чтобы люди рождались. Вот. А в нашей стране не все так хорошо для, допустим, детей, которые идут в детские сады, потому что их не хватает, потом школы. То есть люди собирают деньги, но потом, впоследствии, не думают о том, как будут их дети жить. Альфия Ильясова, Юлия Ясратова, городской телеканал ЮТВ.